Это трэш. Нарвский трэш. Большая премьера, специально для телепрограммы «Фарш». Рождение сверхновой, а именно сверхновых звезд под названием «Не твоя». Группа называется наша «Не твоя». Мы сейчас написали слова, сделали это за 3 минуты буквально. Итак, из Волгограда, пацанов. Пацан из Волгограда тоже сделал свое дело. Ну что же, а Юра, всенародно известный продюсер, музыкант, композитор, написал для нас музыку. И сделал он это за 3 минуты, прошу заметить. Что там получилось примерно? Ну, незамысловатое такое что-то. Нет, достаточно, вы знаете, достаточно хитово. Я думаю, что у нас есть возможность сразу же после того, как мы запишемся, мы отснимем видео, видеоклип, пустим его в горячую ротацию, к примеру, на какой-нибудь Балтийский музыкальный. Вот, тут у нас неподалеку сразу же радиостанция. Здесь мы, значит, на первое место ставим нашу песню моментально. Ой, как это ужасно. Не знаю. Не поется, ой. Не меня! Ну, Миша! Ну, что это такое? А что? Посмотрела в окно, я оглянулся назад. В твоих глазах пустота, в моих слезах холода. Юра, я не могу под это петь. Ку-ку. Для тебя. Юра, опять мужа. Ловлю. Чего ты, дурак, не поешь? Ловлю. Ну, просто не по тексту. Ловлю. Ловлю.